Мы направляемся на пляж Monkey Bay, Обезьяний залив. Чтобы попасть туда, нужно пройти по джунглям острова Тиаман. Ну, собственно, ничего страшного, потому что тропинка проложена, и ориентиром служит электрический кабель. Это джунгли. 15 минут ходьбы по джунглям, с нас уже пот льет градом. Все бы ничего, только вот перед нами дилемма. С одной стороны, с другой стороны и с третьей стороны. А спускаться-то как? Кто даст ответ? По проводам. Я. А, ну-ну, давай, как обезьянки. О, мой муж самый находчивый муж в мире. С ним любая дилемма не дилемма. Полезли. Одну треть. Классно. О, видно. Мокрые. Руки подними. О, вот это оно. Это ты делаешь? Уже скоро выть начну. Когда же конец? Я тоже устала. Вот идем, мы так идем. А тут такое чудовище ползет. Я вам хочу сказать, не меньше метра длиной. После 3 дней пути мы наконец-то достигли какого-то живописного пляжа. Ориентируясь лишь на шум моря, мы вышли сюда.